Кулишнівна. Віджавов. Виджа Оланнет. Эту фразу произносят коми при встрече. Как и «здравствуйте» в русском языке, такое приветствие является пожеланием встречному быть хранимым и здоровым. Здоровье – это, пожалуй, самое дорогое, что есть у человека. В каждой культуре и во все времена люди с уважением относились к врачевателям, а особенно до развития официальной медицины. У любого этноса есть свои особенности врачевания, связанные с традиционно бытовой культурой. Есть такие и у народа коми. Знахарство надо рассматривать как некий комплекс, мировоззренческий комплекс. Представление о мире, о человеке. Река бытия, допустим, жизнь как река. Река, она имеет дно, имеет течение, имеет поверхность. В старых мифологических представлениях, которые в основе и знахарских практик, и магии, и целительских практик, и вообще жизни в целом, как раз вот это представление и лежит. То есть некое дно, материальная субстанция, вот все, что связано с материальным, с телом, вот вирьяй, то есть тело, кровь, как бы вот это организм человеческий. Но дно, оно более-менее неподвижно, но как основа только, да? А человек, он все-таки живет больше душой. И вот это вот течение, которое движется, оно подобно душе. В старину коми считали, что человек состоит из трех составляющих. Тело, вир-яй, и двух душ, лов и орт. Лов – это дыхание, является внутренней душой, связанной с сознанием и чувствами. Она дает индивидууму жизнь. При наступлении смерти дыхание прекращается. Лов покидает тело в виде белого облачка или пара. Орт – душа, тень, двойник человека, его энергетический компонент. Орт появляется при рождении и сопутствует человеку до самой смерти. Он находится вне тела и в течение всей жизни, невидимо сопровождая человека вплоть до его смертного часа. Хотя иногда орта можно увидеть в виде фантома, услышать его шаги, постукивания. Считается, что у счастливых орт идет впереди, а у невезучих отстает, плетется сзади. Все знахарские практики основываются на том, что человек соединяет в себе и телесную, душевную часть, и энергетическую какую-то часть. И все это, допустим, лечение и магическое воздействие, то в том числе и какое-то, может быть, злонамеренное, там, оно основано на этом. Лечили не болезнь, а человека. И даже не столько лечили, сколько его приводили в какое-то равновесное состояние. То есть, если где-то что-то повреждено в организме, выправляет, и вместе с тем костоправ он разговаривает, он беседует, он что-то общается с пациентом, какие-то советы дает насчет диет, допустим, насчет правил поведения может дать советы, спрашивает о проблемах. То есть, он действует одновременно и как психотерапевт, и как такой массажист, и какие-то, может быть, лекарственные средства, может предложить, хотя была специализация, естественно. Кто-то больше разбирался в травах, кто-то больше растирал, кто-то лечил словом. Но тем не менее, вот все это в комплексе должно было давать некое такое равновесное состояние. Привести человека в человеческий вид, то есть. Народных врачевателей по их роду деятельности условно можно разделить на две группы. Костоправы, повитухи, травницы преимущественно оказывали конкретную медицинскую помощь. В практике же знахарей – тедыш и колдунов – тунов – существенное место занимали религиозно-магические обряды, направленные как на сохранение здоровья, так и на изгнание недугов. В основном к таким специалистам обращались в случае болезней, вызванных, по народному мнению, сверхъестественными силами. При сглазе или порче. Такую хворь можно было навести на себя и несоблюдением общепринятых норм, неправильным поведением, сквернословием. В своей практике знахари использовали заветные слова, определенные действия, предметы, уделяли внимание времени и месту совершения ритуала.
остается фиксирована традиция нимков-виджем. Нимков – это заговор, виджем – это сохранение, отправление. Заговорная вот эта традиция нимков-виджем направлена на сохранение, в первую очередь, того здоровья, того равновесия, которое должно окружать человека. Это здоровье внутреннее, здоровье душевное и та атмосфера, которая окружает человека. Есть в коми традиции еще такие заговорно-заклинательные тексты, как вордкев, образованные от слова вордны, пожелать. Значит, у них такая более креативная функция. Они нацелены на то, чтобы создать желаемое, воплотить его в жизнь. Если, например, человеку не хватает чего-то, он хочет добавить, продуцировать, вот они направлены на такое. И есть приговоры, йоранкев называется, йорны, значит, ну, проклятие. Вот, и они направлены уже обычно на источник опасности, от которого произошла болезнь. Ученые-фольклористы установили, что в коми-традициях заговоры имеют устойчивую структуру и определенную последовательность. Большинство текстов начинаются с обращения к высшим силам, либо к самой болезни. С обращением следует описание места, где происходит действие. Третья, финальная часть направлена на изгнание хвори или на носителя опасности. Иногда в конкретных случаях эти три части меняются местами. В отличие от русских заговоров, коми намного короче. В них отсутствует длинная описательная часть. При чтении заговоров обычно коми соблюдали своеобразное авторское право. Характерным тоже для коми традиции считается, что после произношения заговора читают вот тая, указывается, чей это заговор. Если, например, заговор передан бабушкой, да, соседкой, или для действенности этих слов говорится, вот это заговор, например, у Марьи. И только после этого считается, что он будет действовать в правильном русле. Болезнь персонифицируется очень часто. Поэтому болезнь или отсылали куда-то с помощью заговора под корневище березы, там, в болото, в море, океан, на самое дно, там, еще куда-то. Или надо было уничтожить, поскольку это персонификация, то считалось, что на него можно воздействовать тем, что уничтожает человека. То есть огонь, вода, утопление и, естественно, оружие. Железное оружие, металлическое оружие, топор, нож, шило. Вероятно, безраздельная вера больного в силу знахаря и магические обряды вызывали психотерапевтический эффект. Неторопливая, непрекращающаяся речь, доброжелательный, но волевой тон, иногда нашептывание заговора успокаивали больного, гипнотически воздействовали на него. Лечение заговорами практиковалось и до стефановских времен, но с приходом христианства оно изменилось. Заговоры приобрели внешнюю форму православных молитв, но сохранившимися ключевыми словами язычества. Как-то у одной женщины спросил, ну, слышал, ты это, молитвами лечишь людей. Нет, говорит, молитва для другого. Я, говорит, словами лечу другими. Ну, то есть... Для нее вот молитва – это то, что обращено к Богу. То есть в церкви, в углу там красном, возле икон. А лечить все-таки заговорами. Сами тексты заговора очень часто вплетают, допустим, имена святых, там, Иосиф Саватий, там, то-то, 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 там, начинают перечислять. И в то же время избавьте меня там от грыжи синей, от грыжи черной, от грыжи белой. Церковь-то, видишь, и некоторые против заговоров. Вообще заговор же связан все равно с молитвой. Пол молитвы там ищут. Надо просто делать добро. Это небесный чистый дух. Нам какие болота, где скот не бродит, где птица не летает, где зверь не рышит. Пойди прочь, раба Божья. Как тебя зовут? Как зовут ее? Виктор. Раба Божья. Слава Отцу и Сыну Святому Духу. Аминь. Вот и все. Иван Иванович Политов практикует современный метод бесконтактного массажа и, как он утверждает, воздействует на биополе человека. По его мнению, чем биополе у человека больше, тем человек здоровее.
Биополе больного же значительно меньше и имеет дефекты. Иван Иванович уверяет, что определяет самочувствие пациентов по состоянию невидимого глазу полю, а затем, воздействуя на него, возвышает сопротивляемость организма. Было мне это недавно, зона Йоля, тут. Одна женщина, короче, чуть не парализовала ее. Ну, там попросили меня, говорят, поедем. Ну, и ладно, я говорю, съезжу, посмотрю. И, короче, дома еле-еле ходила уже там, чуть не парализовала ее. У нее биополе нарушено было, и над головой еще тоже энергия сбоку выходила, и из головы тоже. Поправил, теперь позвонили мне, говорят, все нормально себя чувствует. Города возили, говорят, никакую болезнь не признают, ничего. Потом после этого, наверное, она сказала, да, потом три человека приехали уже парализованные, да, я говорю, я не могу их, может, со временем что-то может получаться где-то. Сейчас на пенсию вышел, да, времени больше вроде. Тренироваться надо, заниматься еще. Также биополе над головой проверяют. Видишь, нормально у меня. Если нарушено было, пожалуйста, делаешь вот так раз, 7 раз в одну сторону, 7 раз. И так потом ауру вот так поправляешь. Примечательно. То, что сегодня подразумевают под биополем, по своей сути очень схоже с тем, что коми считали ортом. У счастливого, а значит здорового, орт находится всегда впереди физического тела. Несмотря на то, что Иван Политов преимущественно работает с биополем, он нередко обращается и к коми традиционным методам, несколько изменяя их. Вот еще. Поворачивайся, можешь попрыгать даже. В народной медицине используются те предметы, которые окружают человека, но они обретают другую функцию. Например, обычная сито, которая используется для просеивания муки, в лечебных ритуалах используется. Закрытая черепно-мозговая травма в медицине, да, в народе называется, просто выручись, тронулась. И для ее лечения вот используют именно сито. Надевают на голову и бьют по ситу, и считается, что она вот круглая, правильно распределяет по местам все, что там тронулось. Да, считай над головой. А я руками поправляю просто. Бинтом определяю, чтобы голова круглая была еще. Или с этой стороны болит, значит, с этой стороны вот так противоположно вот так стукнешь. Еще. Потом опять померяли, чтобы линии совпадали еще. При помощи того же сита в старину воде придавали магические свойства. Например, помещали на сетку нож, ножницы или другой металлический артефакт и пропускали воду. Считалось, что если проговорить при этом заветные слова, то вода становилась целительной. С помощью такой воды можно было снимать с глаз и порчу. В своей практике Иван Иванович тоже применяет особую воду. Живую воду и мертвую воду. Каждый человек может это делать. Он очень хорошо помогает, если руку обожгли, допустим. Налили сперва мертвую воду, потом живую, еще на троне ничего не станет. Допустим, зачем просто воду пить? Можно это просто на руки положить, подзарядить и так выпить. Два раза полезнее. Только надо через это стеклянный, не чашку, а стеклянный. Давай заряди. Вот, на левую руку кладешь, и правой рукой почасываешь. Вот так пальчик немножко раскрой. И вот так несколько кругов, пожалуйста, вот так. Даже можно просто подержать и все. Это будет? Живая вода. Даже рассады помидоры поливал, там один ящик был средний, а второй маленький. Так живой водой начал поливать мелкий. И обогнал даже тех. Как и другие народы, коми считали, что многие болезни могли быть насланы со стороны, как умышленно, порча, так и не специально. Например, сглаз можно было вызвать восхищением или не к месту сказанным словом. Есть мнение, что сглаз и порча носят сугубо психологический аспект. В принципе, обряды можно совершать и как на гармонизацию человека, и также и на сбой человека. Кто как воздействовал, могли и порчу настать, и испортить как-то. Психологическое вот это воздействие, оно
очень часто как раз через страх, через беспокойство происходит. Потому что человек, который боится, он теряет очень часто волю к нормальной жизни. Или становится агрессивным. Агрессия, страх – это уже разрушительно воздействует прежде всего на самого человека. Очень часто рассказывают о том, что детей кто-то испортил, детей сглазили, там как бы больше всего, легче всего поддаются сглазу. На самом деле дети, по-моему, самые гармоничные существа, их невозможно сгладить, испортить тем более. Все, что происходит с детьми, происходит через их родителей, через мать прежде всего. Из детских болезней, когда после рождения ребенка, если замечают пупочную грыжу, то даже вот записанный материал случая, что врачи отправляют к бабушкам, чтобы не прибегать к хирургическим вмешательствам. И по описаниям, вот, что практиковали бабушки в этом случае, они водили ребенка в баню, обводили пупок мылом и перегрызали грыжу. Называется это перегрызание. Читали заговор, имитируя перегрызание. В бане правильное мытье ребенка, парение веником, приговоры. И все это способствовало там созданию такого здоровья ребенка, его программированию, его будущего. Универсальным местом лечения являлась баня, пывча. При массаже в теплой, но не горячей бане прогревается тело, расслабляются мышцы, весь организм. Считается, что так становится проще править кости. От порчи тоже избавлялись здесь. Согласно поверьям, баня соединяет магические силы всех стихий. Вода, земля – это камень, пар – это воздух, веник – флора и, конечно, огонь. Огонь считается одним из эффективных средств лечения болезней, особенно в магических ритуалах. Самым таким сильным считается, который способный отгонять болезни, излечивать, это первый огонь, которого добиваются трением дерева, древесный огонь, да, переводится на русский, называется. Либо огонь, который высекается из огнева. Ну, несмотря на то, что уже были известны другие способы добычи огня, такие более легкие, это спички, зажигалки, даже в современности записываются. Около больного извлекают этот огонь. Иван Иванович также использует в своей практике огонь. Но у него есть и другие методы по обнаружению и снятию с глаза, и порчи. Они потом дома сами строим, я чем водишь вокруг человека. Берешь майонезную банку, так, пустую, наливаешь половину воды. И разбиваешь туда сырое яйцо. И на ночь, короче, кладешь эту банку, если нить есть, утром проснулся, если нить есть, вот так, от желтка поднимается, пауки, да, значит, есть глаз порчу. И так потом выливаешь унитаз, скажешь, иди туда, откуда пришел. И так 7 ночей подряд. Каждый раз по одному яичку. И за ночь он вытягивает. А если, допустим, на третий день нити нету, или на четвертый день, значит, что больше делать не надо. Да, это народная медицина, это уже веками уже так пользуется. Свой главный секрет – гадание на старинном столе – Иван Политов перенял у отца. Деревянный предмет мебели без единого шурупа и гвоздя достаточно точно отвечает на вопросы, стуча ножками по полу. По словам Ивана Ивановича, к столу обращались даже органы правопорядка при расследовании уголовных дел. Единственное, что не в силах стола, это поиск пропавших людей. Другой секрет, которым владела его знакомая знахарка, к сожалению, он так и не перенял. Тут в поселке, там барак, одна женщина жила, я, короче, к ней ходил лечением, тоже несколько советов мне подсказал. Ну и тоже так же, к ним многие люди ходили, вон брат тогда дочку проводил, говорит, туда. Дочка, говорит, плачет, как у этой бабки побывал, говорит, все, проехал, и все, перестал плакать еще. А у нее была тетрадь, написана по-арабски была. Вот она хотела мне дать, а потом померла, и так секреты уходят. У коми-знахарей были свои секреты, которые зависели и от места проживания. На юге Коми растительный мир богаче и разнообразней. Здесь в народной медицине преобладали травницы или турун-бурдадыш, травами исцеляющие. По данным фольклористов, в арсенале лекарей Прилузья насчитывалось свыше 400 растений. На северных землях коми врачевали другими методами. Особенно у оленеводов. Там, ну, во-первых, травы собирать
недосуг, все время движение, все время там сегодня здесь, завтра там, сушить негде, готовить, препарировать негде. И вот они больше внимания обращали на какие-то животные средства лечения, желчь, оленьи рога, там, жир, внутренности. И, естественно, костоправство у них больше было. Вечкачись, человек, который правит, зыращись, человек, который растирает. Разделка туш животных помогала северянам подробно изучить расположение и работу внутренних органов. Ветеринарная практика содействовала развитию народной медицины. Быт оленеводов связан с высоким травматизмом, а отдаленность от населенных пунктов во время кочевки по тундре требовала умения оказывать срочную медицинскую помощь. Поэтому почти в каждой семье хоть кто-то имел навыки врачевания. В первой половине 20 века широкую известность по всей Средней Печоре получила ижемская целительница Мария Федоровна Рочева по прозвищу Танзе Марья. Ее правнук, чемпион Коми АССР по лыжным гонкам Юрий Тимофеевич Рочев рассказывает, как она дважды поставила его на ноги после болезни. Мне было примерно 14-15 лет. Я был пастухом, ездил на лошади. И как-то я упал на камни, не мог шевелиться. Мать увезла на лошади в ГАМ, к бабушке, к Танзе Марье. Оказалось, что у меня смещены позвоночники. И бабушка поправила. После этого она говорит: приезжай ко мне тогда, когда ты здоров. А больным, говорит, мне не интересно уже. Ну ладно, один раз я тоже собрался и на лошади также поехал. Уже на следующий год. Лошадь была молодая еще и испугалась чего-то. И я опять упал с лошади. И опять что-то с пятницы случилось. И я уже лежа на лошади доехал до ГАМа. Бабушка опять меня встретила. И опять что-то там сделала мне, поправила. Сейчас только понимаю, что если бы не бабушка, я бы не был чемпионом. Может быть, даже не ходил, может быть, был инвалидом. А может, уже меня не было на свете. Юрий Тимофеевич вспоминает, что его прабабушка никогда не брала денег. Благодарность принимала только гостинцы. Кто дичь принесет, кто мясо, кто масло. Сама никогда ничего не просила. Больные, кому требовалось длительное лечение, жили у Танзе Марьи до месяца. Это было в 61 году. Моему самому старшему ребенку было 3 месяца. Я не знала, где ночь, где в день. Так плакала. Но мы с мужем собрались, поехали. Встретила нас. Бабушка маленькая, тоненькая. Я ее представляла почему-то такой громадной. Она взяла сына моего за голову. Я ойкнула. Она говорит: внучка, я же тебя не трогаю, не ойкай. Но теперь он будет спать. Ну, он проспал целый день. Потом уже моей свекрови она сказала, что у него вывих шейного позвонка. Потом уже со вторым ребенком мне пришлось обратиться. Умерла Танзе Марья в 1962 году. На ее похороны пришли благодарные люди, кому она помогала при жизни. Вереница тех, кто хотел попрощаться, растянулась больше, чем на километр. Примечательно, что и сегодня, спустя десятилетия, к Марье Федоровне обращаются за помощью. Считают, что образ ее может изгнать болезнь. Другая ижемская целительница живет в селе Сизябск. Людмила Яковлевна Чупрова всю жизнь помогала людям. Рассказывает, что свои навыки переняла от мамы. Лечение – дело, требующее больших моральных и физических сил. Целительница жалуется, что силы уже не те. Больше всего обращались с травмами головы, болями в желудке, болями в руках и ногах. Проверяла руками. Когда прощупываешь, сразу понятно, где болит. Тех, у кого слишком серьезные болезни, отправляла в больницу. А так голову поправить могу. Женщина приводила сына. Уронила с кроватки, и у ребенка была травма спины. Вылечила его.
Многие приходили, все их и не вспомнишь. Практикуют народные целители и в Сыктывкаре. Так вот, раз 5-6 сделай, вот это через день. Надежда Васильевна Попова уверена, что лучшая аптека – это природа вокруг нас. Леса, поля – все то, что дает человеку Бог. Он и помогает лечить ей людей. Обращается к Всевышнему Надежда Васильевна на родном коми языке. Ошка ты ножка ин мой вежалолысь, ошка ты ножка ин мой вежалолысь, ошка ты не ин мой, аллилуйя, 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 это на всех языках аллилуйя, это слава Богу. Целительница полагает, что большинство болезней возникает у человека из-за неправильного образа жизни, который приводит к застою лимфы. Лимфа – жидкость, которая участвует в формировании иммунитета, защищает организм от бактерий и вирусов, очищает его. Прежде чем практиковать, Надежда Васильевна изучила медицинскую литературу. Лет 30 назад я читала, один ученый пишет статью какую-то, это самое, и он пишет, я не знаю, как можно лимфу очистить. Но если лимфа чистая будет, человек поправляется от всех болезней. Она должна быть как водичка, лимфа в сосудах-то. А у нас как клейкая масса. Эта клейкая масса не дает крови очищаться. И любое лекарство человек пьет. И если бы лимфа работала, организм бы взял, вот, ну сколько надо лекарства-то. Остальное бы лимфа выкинула на улицу. В этом случае лекарства бы не лишние, все лекарства. Я не против лекарств, но нельзя пить лекарства столько, сколько сейчас люди пьют, потому что целый орган лимфососудов вообще не работает. У Надежды Васильевны свой метод по очистке лимфы и лечению организма. Народная целительница сочетает силу трав и массаж. Все лето она проводит в селе Пезмак Карткировского района. Занимается сбором целебных трав. Собирает цветки и листья обязательно в солнечную погоду. Боярышник цветет. Нарви цветочки и листочки молоденькие. Почки береза распускает. Копеечные, двекопеечные листки собери. Это все лекарство. Почки-то трудно собирать. А листочки-то вон... Пожалуйста, собери, суши. Если хмурое солнце скрывается, уже я не собираю. Я быстренько на грядках свое дело делаю там. Ну вот это соберешь, надо сушить под навесом, потом на печку. Печка моя должна все лето, хоть 30 градусов, должна быть теплой. На печку разложу, утром 4 часа встаю, печку эту опять чуть-чуть подтоплю, чтобы на следующей травке. Эти травки сразу к мясорубке, пропускаю через мясорубку порошок. Очень много вроде сушишь, а грамулечки порошка собирается. Теперь заношу новые, которые более или менее уже сухие, опять, чтобы до утра это досушка. И вот так целый день, все лето. Вернувшись в Сыктывкар, Надежда Васильевна готовит свое фирменное масло на 40 травах. 4 десятка растений, перемолотых в сухой порошок, перемешивает и настаивает в нерафинированном подсолнечном масле. 2 месяца до варки каждый день мешаю, каждый день. И потом варю в кастрюле на водяной бане с градусником до 70 градусов. Если будет 80, это будет неорганическая химия. Надо 65-70, самое то, что органика даст. Из растений-то. Муторно вроде бы, а я привыкла уже, сколько уже, 30 лет. Зато не хожу в больницу. Давай садитесь, процесс. Надежда Васильевна разменивает уже 9-й десяток, но всегда при деле и в хлопотах. 7 месяцев труда уходит у целительницы на создание заветного масла. Но это еще не все. Массаж также отнимает много времени и сил. Первый сеанс растирания Надежда Васильевна делает сама, обучает обратившихся за помощью. Секунду, все. Так, вот так смотрю. Сколиоз. Это значит, родился с остеохондрозом. Манно-остеохондроз. Сколиоз.
Вот до сих пор брать, положить в одну сторону, ты вроде лежишь на кровати, в одну сторону до сих пор. Вторую порцию взять, тюкнуть и положить вот так, на другую сторону. И массаж полчаса. Не давить, вот правило, не давить. Так, мазь не добавлять. Поперечные движения не делать, двумя руками не делать. Вот край, вот тут у тебя очень много лимфы, край вот так, туда-сюда, руки не отрывая. Полчаса смотрите вдвоем телевизор и мажьте. Полчаса будешь мазать, и лимфа, грязная лимфа, будет таять. Ноги мазать, давай ногу одну подними сюда. Одну. Ноги вот столечко, как для позвоночника. Положить на всю ногу вот так, на целлюлит. Вторую порцию. Тут вот так, на, сюда. И давай массаж. Вниз пойдешь быстренько, а вверх, чтобы мазать вот так, так. Не оставляй немазанного. Так, погладь свой целлюлит несколько раз. Так, между ног. И потом дальше обратно так. 20 минут одну ногу, 20 минут другую. Ну вот, сделали. По словам Надежды Васильевны, спасает масло на 40 травах от остеохондроза, болезни Бехтерева, рассеянного склероза. Помогает при онкозаболеваниях и при многих других хворях. Вылечить себя, своего близкого, может каждый, считая травницу. Но необходимо полностью выполнять ее указания. Один звонит, так хорошо было 2 недели, так хорошо спали, так было 2 недели хорошо. И вдруг у нас начало подниматься давление обоих. И таких, скажем, 4, такая же картина. Начинаю спрашивать у этого, ну-ка объясните по телефону, по городскому, объясните, как вы делаете массаж. Массаж все правильно делает. Я говорю, а ноги-то почему не делаете? А ноги у нас не болят. Так я же учу вас. Ноги не делайте без давления. Не поднимется кровь до сердца. Каждый день ноги, каждый вечер втирайте, чтобы там лимфа работала. Неизлечимых болезней нет, уверена Надежда Васильевна. Вылечить можно и ДЦП, и даже ВИЧ. Надо только трудиться, верить в себя и в Бога. Я лечила болезнь Бехтерева, написано в этой книге, болезнь неизлечимая. Это все излечимо. Обоих взяла онкозаболевание. Я по одному всех их вылечила, все они до сих пор живы. Значит, жена делает массаж мужу, мужа болезнь Бехтерева, он не двигается. Сажает силком. Молодой ведь человек, через месяц прихожу, потихонечку этот... Болезнь Бехтерева так встает. Васильевна бросает спичку на пол. Мне говорит, Васильевна, посмотри, что я делаю. Достает спичку медленно-медленно. Вот эта радость мне помогает дальше лечить. И потом дальше, в следующий раз прихожу через неделю. Васильевна, я сажусь на пол, надевая себе сам носки. Через 2,5 месяца он пошел на лыжах. Это бывший охотник. Это болезнь Бехтерева. Неизлечимая тут пишут. Известность Надежда Васильевна получила не только в Сыктывкаре и Карткировском районе, но и по всей республике. Знают о ней не только во многих городах России, но и за границей. Лечить людей ее приглашали и на другие материки. Приехал как-то из Канады. Человек ко мне в Пезмок приехал, я его не знаю, наверное, врач. Говорит, ваше масло увезли в Канаду, родственники тут живут где-то рядышком. В Канаду увезли баночку масла. За 2 недели мы подняли 2 парализованных. И вот приехал, чтобы вас пригласить в Канаду. Так я говорю, я не знаю ваши, какие там растения, я свои-то знаю. Объясняют, у нас один пояс, Канада и... Коми в одном поясе, у нас такие же растения. Поехали мы вам там, ну, обеспечим всем. А куда же я оставлю свой огород? Я своим огородом кормлю своих, вон, растут и растут. И потом он упрашивал, я говорю, пишите точно, точности, как я делаю вот это.
Он писал полдня. Теперь в Канаде делает мое масло. Масло на 40 травах – не единственное средство в арсенале лекаря-травницы. Использует она в своей практике и такие непритязательные с первого взгляда растения, как пырей, репейник, чертополох и крапиву. Опасный мухомор в руках Надежды Васильевны превращается в незаменимое лекарство. По ее словам, сок этого ядовитого гриба может спасти даже от лейкоза. Сегодня, в наш 21 век, во время рассвета науки и технологий, народная медицина практически отвергается. Но наверняка в знаниях о болезнях, методах и средствах лечения, передающихся в народе из поколения в поколение, есть рациональное звено. И, возможно, официальным медикам следует обратить внимание на знахарей, травниц и костоправов, изучить их практику и что-то перенять. Ведь цель у них одна. Поддержать жизнь, дать жизнь, продлить жизнь. Есть, конечно, люди, которые сейчас и лечат, и исцеляют, и кое-кто, наверное, и на виду. Кто-то тихо живет сам по себе. Таких людей все меньше, я думаю. Общий спад культуры повлиял на это. Такие люди, они по большому счету и поддерживают культуру. Пока такие люди есть, существует культура.